Структура скайп-собеседования. Ребят, это как раз из области техники продаж, да, когда мы приветствуем наших кандидатов, когда мы с ними знакомимся. Здравствуйте, меня зовут Надежда. Как я могу к вам обращаться? Можно, конечно, спросить, можно не спрашивать, но у меня был случай, когда я, например, обратилась по скайпу там Наталья, а оказывается, там Виктор был, да? Поэтому, ну, можно так спросить, к примеру, это из практики работы в банке. Мы так всегда спрашивали, когда к нам садились, к примеру, клиенты. Я всегда спрашивала, да, это обязательно было, потому что нас также оценивали тайные покупатели, как мы работаем с клиентами, как мы вот как раз работаем, используя технику продаж. Это вот была частью нашей работы, работая в банке. Поэтому это у меня, наверное, уже профессиональное, но я сейчас не всегда спрашиваю. Установление контакта. Я нахожусь в городе Барнаул, Алтайский край. Где находитесь вы? Ну, естественно, как бы человек отвечает. Мне важно понять, мне важно словить вот эту вот эмоцию, как он пришел ко мне, с каким настроем. Если у него негатив, я могу дальше вообще не общаться. Ну, на этапе уже выявления потребностей, извините, вы нам не подходите, до свидания. Да? Я не буду человека брать в команду, который настроен негативно, который начинает, там, извините, выражаться нецензурно, или у него какие-то претензии там, ко мне и так далее. Я с такими людьми не буду разговаривать. Либо вот у меня был случай, когда начал сразу меня перебивать мужчина, и давайте вы сначала вы расскажете, откуда вы и что вы вообще здесь делаете, а потом я расскажу. Я говорю, знаете, вы пришли ко мне на скайп-собеседование, либо вы начинаете по моим правилам работать, либо мы с вами прощаемся. Ну и, собственно, человек сразу как бы там маленечко как бы там перестроился и начал отвечать на мои вопросы. Поэтому, ребят, вам только решать. Структура собеседования. Выявление потребностей. Можно выявить, задавая вопросы. Вам нужна работа основная или подработка? Есть опыт работы в интернете? Знакомы с понятием интернет-магазин? Совершали для себя покупки в интернете? Как считаете, выгодно совершать покупки в интернет-магазине? Наша задача расположить, установить контакт и выявить, кто перед нами на собеседовании, кто перед вами находится. Презентация нашего бизнеса. Ребят, абсолютно по-разному, да, можно презентовать бизнес. Еще раз повторюсь, у всех своя подача. Это старенькая подача, я уже немножко не так говорю, но в целом, да, сейчас интернет-индустрия набирает обороты, наверняка вы уже сталкивались с тем, что очень многие люди предпочитают совершать покупки в интернет-магазинах, почему? Потому что это дешевле, это экономит наше с вами личное время и так далее, да, это удобно, согласны с этим? Ну и, собственно, да, вы слышите в обратную связь, согласны. Наша компания не исключение, компания прямых продаж запустила новый проект «Открывать сеть интернет-магазинов», товаров народного потребления по России, по СНГ. Продукция напрямую от производителя, цена дешевле, чем в обычных розничных магазинах, скидка на всю продукцию 20%. Наша продукция пользуется огромной популярностью, потому что компания у нас очень давно и бренд очень знакомый. Мы предлагаем стать директором, партнером нашей компании, своего интернет-магазина. Ваша задача создавать товарооборот для компании путем приглашения покупателей в интернет-магазин. Вы всегда будете получать доходы от покупок ваших клиентов. Очень удобная система расчетов, вы приглашаете человека один раз, он покупает сегодня, завтра, через год, потому что он моется, и продукция нашей первой необходимости. Так вот, вы получаете доходы от 3 до 22% в зависимости от покупок ваших людей, все там последующее время, да, пожизненно вы получаете доходы от созданного товарооборота вашей организации. Интересно в этом направлении работать? А, ну вот дальше тут я, да, упустила. Компания сама организует доставку, логистику, хранение, бухгалтерию, промоушен. Вам не нужно закупать продукцию для вашего интернет-магазина. Все абсолютно вам дает компания. После вашего оформления вы сможете пройти бесплатное обучение. В этот момент мы будем наполнять ваш интернет-магазин покупателями. Наша задача научить вас зарабатывать. В компании официальное оформление, старт соцпакет. Многие спрашивают, ну я вот про соцпакет, ребят, на самом деле не говорю во время скайп-собеседования, это у меня просто, наверное, осталось. А многие потом, вот партнеры задают вопрос, а ты почему говоришь там про соцпакет? Ребят, ну мы же официально трудоустроены, когда индивидуальными предпринимателями становимся, поэтому в дальнейшем вас всех ждет пенсия, и вы будете получать не просто пассивный доход от товарооборота вашей организации, а вы еще будете получать от государства пенсию, да, 3 копейки, но тем не менее. А, далее. Я слайды сброшу, ребят, не надо ничего перечитывать, копировать в том числе не нужно. Можете просто, я вам, тем более 888, любимая команда, я вам все сброшу, даже можете ничего не переписывать. Дальше я задаю вопрос. В этом направлении вам интересно поработать? Ну и человек, собственно, начинает говорить, да или нет, а что за компания, что надо делать. Все, я уже начинаю дальше, конечно же, подходить к самому интересному, к самому вкусному, да.
Компания очень известная, только наши подходы кардинально изменились. Если раньше компания продавала продукцию по каталогам, и ее воспринимали как компанию, продающую продукцию по каталогам, сейчас это не актуально. 21 век на дворе, а онлайн дают обалденные возможности. Да, сейчас наш интернет-магазин сам продает свой продукт. Эта шведская компания Reflame существует 49 лет, да, в следующем году мы празднуем 50-летие, сотрудничаем мы более чем с 68 странами мира, мы одна из самых быстро растущих команд в России и в СНГ. Слышали о такой компании? То есть, заметили, да, когда я говорю про Reflame, я сразу очень много про нее говорю фактов. Можно сказать о том, что я бывает говорю, что вы знаете о том, что компания открыла в Ногинске, Подмосковье, отличный производственный комплекс, который снабжает продукцией не только России, но и центральную часть СНГ и Европы. Это самый крупный завод на сегодняшний день в Европе. И мы на сегодняшний день гордимся нашей компанией, потому что вся продукция имеет сертификацию обязательно, в отличие от той продукции, которая продается в обычных розничных магазинах. Вы знали об этом? Вы знаете компанию? Что вы знаете? Какой у вас опыт был? Пользовались ли продукцией? И человек, например, здесь же начинает работать с возражениями. Если вы преподнесли информацию так правильно и вкусно, то у человека уже в голове начинает меняться мозг. Он уже думает, блин, Oriflame, да? Тетка с сумкой, каталоги, раздавашки, промостойки. Тут мне вообще какую-то другую там, да, историю рассказывают про компанию, что-то вообще непонятное. Человек начинает думать, и он начинает задавать вопросы. Так вот, если вам задают много вопросов, радуемся. Это говорит о том, что перед вами думающий кандидат, и, возможно, это ваш ключевой партнер. Здесь очень правильно отработать возражения. Они у всех одинаковые, не нужно их бояться. Нужно всегда быть в бронежилете и подкованным. И не нужно никого уговаривать. Ребят, я всегда говорю, знаете, я вас не уговариваю, у меня сейчас очень большой поток людей в команду. Я сейчас выбираю людей активных, кто готов стартовать быстро и расти карьерно в нашей компании. У нас есть возможность с уровня консультанта вырасти до уровня директора примерно за 6-8 месяцев. Я лично сама мамочка в декрете и за 6 месяцев открыла звание директора. Сейчас в моей организации уже 6 директоров, которые уже вышли на уровень дохода и там, скажем так, на сегодняшний день в своей организации имеют по 200-300 там партнеров уже, да? То есть развивают свой бизнес удаленно, имеют в своей организации не только партнеров России, но и СНГ. Есть Беларусь, есть Казахстан, есть Украина, есть Молдовия. Есть возможность регистрировать как покупателей, так и приглашать новых бизнес-партнеров, которые будут развивать уже свои интернет-магазины. И если под вами появляются такие партнеры, то я вас... то это ваши будущие лидеры, это ваши директора, и вот от товарооборота и их интернет-магазинов вы будете получать доходы, причем доходы постоянно растущие. То есть на любом уровне, на любом вопросе вы должны начинать разговаривать, вы должны объяснять человеку, но не уговаривать, а просто разговаривать на языке выгоды и использовать факты нашей компании. Если вы говорите правильно, уверенно, пусть даже нет результата, когда я начинала, я говорила, знаете, я сейчас там на уровне... Подо мной сейчас товарооборот 100 тысяч рублей, это небольшой товарооборот, я только как 3-4 месяца в бизнесе, но я лично знакома с партнерами из моей команды, которые за год вышли на уровень дохода от 100 тысяч рублей, под ними сейчас товарооборот порядка там 2-3 миллионов. И я вижу этих людей, я с ними лично знакома, я понимаю, что это действительно серьезный бизнес, это серьезная компания, не однодневка, которая сегодня зашла с неизвестным продуктом. Это компания, которую все знают, и вам не нужно даже просто бренд продавать. Компанию Reflame знают все и везде, и компании доверяют. Люди знают, что это компания, которая не будет ради разовой выгоды размениваться по мелочам и продавать неизвестный продукт неизвестного качества. Поэтому мы очень гордимся нашей компанией. Компания наша не просто вознаграждает наших партнеров, еще и вывозит своих партнеров за границу с уровнем менеджера 15%. Есть возможность поехать, организует товарооборот под собой 100 тысяч рублей, поехать за счет компании за границу. Лично я была год назад, в прошлом году, в октябре, в Египте. В этом году мы летим уже командой в Сочи. Я уже везу своих партнеров. В следующем году будут другие путешествия, будут другие поездки. И все это для вас доступно, начиная с оформления в компанию Reflame. Вы готовы заключить с нами договор? Вы готовы зарегистрироваться? Я у вас спрашиваю, продала я вам бизнес сейчас в компании Reflame? Зарегистрировались ли бы вы ко мне, если бы вы ко мне пришли? Я думаю, что все по второму разу бы зарегистрировались.